Подготовка боеприпасов, слаженная тактика, укрытие и перестрелки. Нет, это не операция сил спецназа, это снежная битва, посвященная Дню студента. В СФУ сегодня состоялись соревнования по игре в снежки. Детская забава обросла правилами настоящего спорта и было очень весело. Подробнее расскажет мой коллега Евгений Черных. Двое это центральной бригады, справа открытие, так и справа открытие, справа открытие, Руслан. Если тебя выбили из игры, это не значит, что ты не можешь помочь команде. Информация о позиции противника не менее важна, чем скорость реакции и точность бросков. Правила просты: если в человека попадает снежок, он выходит из игры. Победа возможна в двух случаях: если вся команда соперника выбыла, или вы схватили вражеский флаг. Но все начинается с лепки боеприпасов, однако это не так просто, как может показаться. Для войны нужны боеприпасы, а для снежной битвы это, конечно, снежки. Ребята берут вот такие снежные глыбы, пытаются их разбить. Не у всех получается, они очень слежавшиеся. Выбирают поменьше. И теперь главная задача – попасть в противника. Сегодня в СФУ сошлись 14 команд. В каждой по 7 человек. Участвуют не только студенты Сибирского федерального университета. На бой пригласили школьников и товарищей из медицинского вуза. Молодежи травмы не грозят, уверены взрослые. А главный гость, вечный первокурсник из Арктики, Йети, рассказывает, у него на родине снежная битва происходит по-другому. И глыбы были побольше, да, у вас немножко? Главный приз соревнований – абонемент на все услуги комплекса «Радуга». Это бассейн, беговые дорожки, клубы и многое другое. Поэтому борьба развернулась не шуточная. Кто-то даже слепил талисман. Данил сказал, давайте Вьетнам устроим. Но мы не устроили только друг другу, но ладно. Но это был добрый бой, мы проиграли. Но с честью. Зато это был драйв. Чего не хватает в учебные времена. Мало нам не помог. Это Мао Цзэдун. Наш тотем. Ну да, но, к сожалению, он не принес нам удачу в этот раз. Такой вид соревнований придуман уже давно. Это классический юкигасен, командная игра в снежки, появившаяся в конце 80-х в Японии. Сейчас ежегодные соревнования проводятся в стране восходящего солнца, а также Швеции, Финляндии, Армении, России и Норвегии. Организовать такой снежный бой на территории СФУ предложили сами студенты. Нам прикольно. Нам очень хочется, на самом деле, как можно больше времени проводить со студентами. И мы уже... Наверное, притча во языцах. Наш чемпионат по квиддичу, который у нас проходил летом в рамках Кубка первокурсников. И сегодня вот такая опять необычная забава. Я думаю, следующее будет связанное что-нибудь с полетом в космос. Но это мы в апреле узнаем, какие предложения будут от студентов. Подобные события с подачи самих студентов впредь будут проводить чаще. Это смех, драйв и веселье для всех. И, конечно, главное – возможность, даже будучи студентом, ненадолго вернуться в детство. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал.